О, пошла запись. Ну, говоришь, желаем все. Я тоже Грандию не очень посмотрел, только потому, что уже, ну, экшен РПГ с графикой PlayStation 2 уже как-то не так смотрится. А ведь масса людей, которым графика поболее важна. Ты, наверное, еще и пропустил, как я говорил, что, собственно, стримить буду. Так. Времени-то немного прошло, я уже и позабыл, чем я тут занимаюсь. Как тут у нас прогресс? Так, это стартовая локация. Так, тут босса убили, тут босса убили. Это новенькая, тут босса убили. Пока нет. Так, надо оттуда пройти. Не, замок немного подождет, надо вот эту локацию начистить. Тихо. Кстати, у меня, да, потери аж 14%. Раньше такой фигни не было. Вот этот рестрим временами подлагивает. Да, надо было сменить нору. Сейчас посмотрю, может, она, ну, мне правильно было изначально. eurestream.io. Или нужно на ru.restream.io поменять.
Блин. Ага. Даже не знаю, что делать. Я сейчас сольюсь где-нибудь и рестартану стрим с костра, чтобы записи заливать уже более полную. Давай, давай, убивай меня. Не надо. Дальше стартовать стрим. Факелом, кстати, вроде должен костры поджигать. Он что-то тупит. Эх, факел носит. А ладно, убью тебя. Толку все равно никакого. Выбежал бодрый. Че-то умереть никак не получается. Ты что творишь? Нехороший. Тут с ребятами нехорошо похоже. Так, ну-ка по одному выходим. Что, не света, что ли, бояться?
меня счет был фиговый. Они просто света боятся, как я понял. Так, ладно, я потом видео просто как-нибудь склею. Сейчас я рестартую с измененными настройками. Может, действительно из-за нового сервера теперь лучше будет, если переключить. Так, ну как пошло? Потерь нету. Конечно, квадратик качества также светового себя строит, но потерь 0%. Да какая боль, нормально. Основная пока проблема — неизвестно куда идти. Ну, понятно. Похоже, все эти проблемы начались, когда они сервер отдельно ввели, а, наверное, на заграничный. Приоритет на страну трафика в жопу куда-нибудь задвинули. Я не ждал. Раз, два, три. Что-то тут очень много пятен около сундука. А, ну. Интересно, этот предмет исчез или... В смысле, сломался или там вот такая фигня была? Да, FPS не проседает. Так. Блин. Значит, я перестарался. Значит, кто-то слишком жадный бежал в сундуку и сливал соком. О! Плохо расплющенная рельса. Силы. Хуже этого копья? Да ладно. Нафиг ты такой нужен?
серьезно? Там был ключ? Кстати, нет, игру пройти, потому что эта локация дает дорогу в вот этот замок, куда я уже получил доступ. И этот замок можно двумя способами получить: здесь вот эту локацию пройти, или где я уже, собственно, убил вот этого рыцаря призрачного. О! А чё, мне нравится. Все равно дамаг, правда, плохой. Копье лучше. 238. Це от силы, от ловкости. Тут СД, ну... Ну, медленное оружие тут не работает в этой игре. Так, где этот нехороший человек? Черт с ним. Ой-ой-ой, ребята. Очередь. Все-таки, если кому не лень, гляньте, что я там в ящике сломал. Ой, что-то я зря это сделал. Трайвера жимбата, ну что мне это даст? А, ну. Не смертельно. Ой, ты ты. Ух ты. Вот я и слился. Какой-то новый противник тут. Там внизу углом просто свалился, где меня не должно быть. Вылазь. Что-то лежит. Ой, кто? Да, молодец. Замахнулся мечом. Что-то ничего не поджигаешь, тебе лучше не пилить.
Похоже, ничего нету. Ух ты. Хлам всякий сыпется. Ага, ну здорово. Я столько чувствую, что где-то костер пропустил. Цель игры — какой сложный философский вопрос, можно на него отвечать не буду. О, тут уже в пределах видимости сдох. Ты не туда воюешь. Я слепой. Ой, кораблик плывет. Как попасть? Тут я сдох. А, сюда надо идти, что ли? Я только в колокол позвонить сходил. Почему у вас не зафармить?
Ты живой остался? Упс. Да не, сюжет есть, просто он очень тонко размазан по игре. Надо собирать по крупицам. Так как сюда попасть более цивилизованным способом, а не как я, свалившись? Не агрится никто. О, меняйся. Блин, оружие не меняется, когда надо. Подъем. Так. Я очень их неудачно расшевелил. Ё-моё, сколько у вас тут? Сейчас мне стрела в колено прилетит. И там камешек. Душ-то неплохо купится за какой-то забег.
Кто-то сдох где-то. Так, и как это открывается? Да у меня, если что, есть подчиненка одна. Мне больше интересно, как это правильно проходить. А, окей. Так, обратно походу не забраться, да? Физика. Да нет, нормально все. А, ну FPS почему-то меньше стал. Но потерь таких нету страшных. Так, ну-ка, вылазьте. Рискованно. Не плеер не может, битрейт скорее, интернет у меня такой битрейт не может. Так, тут я что-то позвонил, прибыл корабль, не упасть. Не, ну я могу тупо вниз попробовать попадать аккуратно. Там дверь закрытая была.
все понимаю, как еще тут попадать. Ай. У меня такое ощущение, что я что-то где-то пропустил. Я подозреваю, что по уровню можно аккуратно падать. Надо было кольцо купить. Живой. Ой! Не понял, почему этот стрим пробился. Что за фигня, ГГ что ли сам запустился? Ой! Что? Не понял. Блин, что за фигня, ГГ что ли сам? Черт. ГГ решил, что ему не надо стоять на паузе, надо спуститься. Блин. Второй раз падаю. Уже личинки почти кончились. Сколько я там нафармил камней для лечения хороших. Чувствую, скоро пригодятся. Может, тупо можно здесь уже на корабль попасть? Слишком хитрю. Да и нет. А, вполне такой. Да нет. Высоковато. Угу. Ноль из десяти падения. Хоть осмотреться можно.
Сейчас душу подберу, надо будет кольцо сходить купить. Не тот выход. Так, я знаю, что тут есть. За фигня с них надропалась-то. Глянуть ради интереса. И нашли. О, это чуть лучше. В плане брони. Ставлю пока это. А, не хуже, лучше этого пока. Ух ты, смотрится неплохо. Ну, характеристики, конечно. Заметатель.
Эй, ты чё на свет вылез? Да блин, высоко тут похоже, в любом случае разбиваюсь. Тихо. Почему эта дверь не открывается? Не, ну, понятно, что когда вот туда пройду, нужно, может быть, и открыть, чтобы короткая дорога была. А как туда попасть? К тому же я вижу и проход на корабль. Тихо. Где эта сволочь стреляющая?
Не бубен, это какой-то сосуд с чем-то нехорошим. Нет, есть беспроигрышный вариант, так же как я, когда на ту платформу прыгнул, прыгнуть опять вниз, вполне безопасно, меня там просто убили. Может, так и надо делать? ЕДФ, ты в это играл, но мог бы в нормальный. Где этот стреляющий гомосексуалист? Мне что-то на такое расстояние стрел даже не летят толком. Так. Все норм пока. Опаньки. Возможность поиграть с кем-то в коопе — это единственное, чем можно оправдать игру в это. Выходишь или нет, давай уж. Я не знаю, что ты такое, я тебя поскорее убью.
Ну, это прям мастер маскировки висит тут. Окей. Ушел. А, тут нормальный спуск вроде. А, нет, одноразовый спуск. Этим я не попал сюда. Звуки какие-то странные. А? Who are you? I, Kavlan. Kavlan will. Kavlan deal. Kavlan wants soul. What you with Kavlan? Торговец. You deal. Ну, можно хлам продать ему. Так, вот этот перебор. Ого. Еще и пламени это уже есть. Чего пропадать же душу. Many deal, many thanks. А вот и короткий путь. Ага, вы еще поставитесь. Меч почти кончился.
не сдохну внезапно на этом мелководье. Ты чё тут прохлаждаешься-то? Где желание убивать? Чё, локация из одного костра, что ли? О! But it remains. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. I see light. I am. Хочет говорить. Ты не подходит. Чё-то я забыл, что дорога-то не та. Ну, мост опустил, теперь недалеко. Ты опять не туда воюешь. Чертова заводочка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух ты. А, это кишка в крепости.
рулить не дают. Так, собственно, и чё мы достигли? Корабль-то что ли и не нужен ни зачем? Что ли? Ну да. Так. О, хорошо дома входит. Уже радует. Вполне танкуется. Достает. Надо как тут ухитриться, никого не трогая, пробегать. Далеко Ух ты. Встал. Тихо. Какой-то длиннорукий. Ай-яй-яй.
аккуратно, не спешим. Пуст несложный. Сначала подумал, что он с половины хп разделится. Так что-то вода-то прибывает. Ух ты! Пламя феромантии. Видит. Потом разберусь, как этим пользоваться. Тролите что ли, сука? Будет секретный проход. И что за охрана дворца? Дрыхнут на рабочем месте.
Вот тот самый замок, но альтернативный вариант прихода в него. Костер. Те, облом, слотов не хватает. Лучше у меня устойчивости побольше будет. Генерация все равно мизерная. Сдохнуть можно. Ух ты! Нахал! Так как души с пользой потратить. Жестко продамажили. О, свалишься вниз.
Пойду-ка я слот открою. А, костер-то не тут. Ах, нет, тут. Я понял, это влияет на количество слотов. Десять. Долго еще. Ну ладно. Хоть один слот будет заполнить. Хоть баф какой-нибудь повесить или пиромантию. Все согрелись. Ого! А ты-то откуда взялся? Как мне тут с ним воевать? Тут, знаете ли, мешают всякие.
самоубился. Тук-тук, что это такое? Ну, тут хламу всякого. И урона. Ого, с него заклинание дрогнулось. Тут я уже был. Молодец. Решил его нафиг. Я сам. Так, затычка. В принципе, я могу уже вполне легко накопить. Надо сюда торговку найти. Фармится и фармится понемногу эти штуковины для оживления, а этот. А мне и так норм. Ага.
Он сейчас заспавнится. Так, ну что, попробуем. Так, щит надо на большую защиту от проклятия. Как я понимаю, вот это. Так, 60-80. Ну, 85-90. Вполне неплохой щит. Ну, пробивать будем, да. Ах ты! Как он достал? А, долгая анимация. Не сюда. Это тут есть или нет? Надеюсь, нам не помешают. То с двумя щитами. Да, блин, набежали. Ну, призрак чей-то. Щита два можно взять. Объем пробовать детектива. Не, щит все-таки, что получил почти все. Не хочу я тут всех убивать. Как бы ухитриться. И агрить их. Ну вот фиг тебе. Теперь
теперь я тебя тыкну. Это было опасно. Блин. Так хорошо начиналось. Долгая вообще анимация. Ему напихать посильнее, пока он тут появляется. Да блин, кто вас сюда просил? Не, ну ты идиотизм. Фига делать короткий путь, если эти сволочи там мешаются. Что тебя носит-то? Что это было? Блин. Ой. Что лечился, что не лечился. Вот и все. Ну-ка, идите сюда, идите. Думаю, что я нафармлю пока.
Так это... Плохо уже. Еще один минус. Ах ты! Упс. Собственно, глупый вопрос, а куда здесь идти-то? Что-то как-то... С вариантами не очень. И ты куда тут чапаешь? Ты и туда лочишься, дебил. Слился как-то на лох. Болезненные бочки. Тут еще один. Я думал, это тот случайно сюда как-то провалился.
пока не готов к такому бою. Он размахивает. А в итоге идти-то больше некуда. Не, нельзя выбрать. Вот оно что. Это за... Вы что творите? Да ну вас нафиг. Упоротые какие-то. Зажгу-ка я тут костры. Спокойной ночи. О, я уже тоже заканчивать скоро буду.
вообще, что ли, только один тут есть? Окей. Фок. Наборчик какой-то. Что сильно хуже моего нуля вартить. Стрелки долбаные. Застрелялся. И ты сейчас достреляешься. У меня он есть. Отлично. Ты. А я тебя вижу. Громкое название. Вот самый предмет для ребилда персонажа.
что-то много всего насыпалось. Посох для мага. Как это выглядит? Ого, двойные мечи тут есть. Что, забавное оружие? Ух ты. 26 ловкости требует. Цой, я думал... интересная штука. Куда меня повезли? Я не хотел. Блин. Камикадзе, чертов. Так, босс что ли за туманом? Опаньки! Ты что тут делаешь? Убить тебя на всякий случай, а то еще выглядишь в самый подходящий момент. Чем мне с вами делать? Он такой пока отсюда. Которую надо как-то разминировать. Так, теперь едем назад.
Прогрохи-то в чем? Если я вот тут глухой прыгну. Ну ладно, заканчивать надо уже. Поздно. И я устал. Уже не очень внимательно играю, а дух прилично накопилось. Сейчас качнемся немного и буду заканчивать. О, десяточка. Плане испытаем. Как тут фаерболы кидаются. О, прилично летит. Ну ладно, буду заканчивать. Спасибо тебе, кто смотрел. Надеюсь, в скором времени буду продолжать.